Всем добрый день, на канале вязания Евангелина Зимок. Сегодня у меня необычная работа, у меня косынка для церкви, или платок для церкви. Очень много меня просило девочек связать. Я связала платок, на самом деле не маленький, я померила по себе, хорошо на голову садится, завязывается, как обычно мы носим, такой двухсторонний, одели, сходили в церковь, можно на плечи накинуть. Как вариант, да? Тоже неплохо. И рисуночек достаточно простой, интересный. Сердечки связаны из хлопка. Вот, белого все-таки. Традиционный цвет для церкви. Предлагаю всем посмотреть и связать. Всем добрый день. Сегодня хочу вам такой вот показать узор. Вот такую шаль. Это филейная. У нас будет косынка для церкви. Ниточки. Коко, это хлопок, 240 метров, 50 грамм. Хлопок, я считаю, лучше всего подходит именно для вязания вещей в церковь, может быть, летних вещей. Крючок мы берем двоечку. И очень-очень простой такой узорчик. Смотрите, получается, мы с вами 3 воздушные петли набираем, ну, пускай 4, и вяжем вот такой треугольничек, 3 столбика. Потом 3 столбика в первую петлю, еще и еще столбик. То есть вот эти вот все в самом начале 3 столбика и в самом конце 3 столбика, они будут повторяться и увеличивать нашу шаль. Вот что мы с вами делаем. 4 воздушные петли набираем, 1 2 3 4, вот в первую петлю, в первую провязываем еще 2 столбика, 1 2, то есть самое начало у нас будет вот такого плана. Теперь набираем 3 воздушные петли, 1 2 3, разворачиваем вязание и в первый столбик вяжем еще 2 столбика, то есть в самом начале и в конце мы с вами будем увеличивать, вязать из одного столбика 3. Вот воздушная петля, 1 столбик внизу пропускаем, в последний столбик вяжем 3 столбика. 1 2 3. Вот. Вот такое вот будет начало у нас, да, небольшое. Идем дальше. Точно так же 1 2 3. В первый столбик вяжем еще 2 столбика. Воздушную петлю сделали. Внизу 1 столбик пропускаем. И вяжем филейный квадратик. И уже по схеме начинается у нас с вами узор. Смотрите, уже начинается узор. Вот такое перекрещивание, то есть такой крестик у нас, это будет заполнение. Пустая клеточка, это пустая филейная клеточка. Вот. Каким образом мы с вами будем заполнять? 1 столбик и 2 столбик с общей вершины. Почему я провязываю так? Потому что такое заполнение, оно мне нравится больше всего. Воздушную петельку сделали. И в самую, смотрите, 1 2 3 воздушные петли, в третью, последний столбик наш, вяжем 1 столбик, 2 и 3. Вот. И продолжаем. 1 2 3. Разворачиваем вязание и еще добавляем в этот же столбик еще 2 столбика в самом начале и в конце. Воздушная петля, 1 столбик пропускаем, в следующий вяжем столбик с одним накидом. То есть мы формируем вот такую клеточку, а следующую клеточку, первую, вторую, третью, мы будем провязывать по узору. Узор у нас вот, смотрите, одна клеточка пустая, 1 2 3 заполнены, одна пустая. Филейный узор, очень часто спрашивают, как читать филейную схему. Вот у меня филейная схема есть, вот такие сердечки. Пустые клеточки, это
филейная пустая клетка, заполненная вот так, перечеркнутая, это провязанные столбики. И мы сейчас с вами будем читать схему. Вот смотрите, получается вот у меня вот эта клеточка пустая, заполненная пустая. Всегда читаем первый ряд справа налево, слева направо, справа налево, четные ряды слева направо. Я провязала вот этот рядочек, вот он, вот, пустая клеточка, заполненная пустая. И теперь я буду вязать следующую и хочу показать, как ее провязывать. Вот пустую клеточку, как провязанную клеточку и пустую клеточку будем вязать. По узору нам дано, что у нас клеточка заполненная, заполненная, заполненная и еще две новых. И мы пустую клеточку, как вязать? Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Как вязать ту клеточку, которую нужно заполнять? Я ее провязываю так. Делаю столбик и второй. Два столбика с общей вершины. Тогда филейное вязание становится более красивым, чем если вы вяжете один столбик. Вот. Теперь смотрите, у нас на очереди заполненный столбик. Как мы его вяжем? Вот у меня два столбика здесь. Как их провязывать? Вот смотрите, раз и два. Тут получается от одного столбика начало и это от второго. И мы именно в центр делаем те же движения. Вот. Два столбика, но с общей вершины. И тогда клеточка не увеличивается. Последний столбик, столбик с накидом. Воздушная петля. Это у нас с вами пустая клеточка была бы. Но если по узору ее заполненная, мы тоже так же ее заполняем. Один и два. И столбик с накидом. По узору у нас идет пустая клеточка, три заполненных, пустая клеточка. Вот. И опять же, мы с вами читаем, смотрите, справа налево провязали, слева направо. Теперь опять с этой стороны сюда. И у нас идет уже раз, два, три, четыре, пять. Что главное в филейном вязании, это обязательно считать клеточки. Пустые и заполненные. Я обычно беру еще красную ручку очень часто для того, чтобы пометить ряды, которые уже провязаны. Тогда становится намного легче. Узор я показываю вам на примере вязания шали, поэтому у меня тут идут столбики боковые. Вот. Кому будет интересно продолжение шали, мы будем вязать чуть позже. Угу. Вот. Получается, один столбик пропустили, одну воздушную петлю сделали и провязали столбик. Нам нужно заполнить пустую клеточку. Раз, два, три заполненных и еще одну пустую клеточку. Пустую клеточку мы тоже формируем по узору. Да? Один, два и столбик в столбик. Теперь вот, смотрите, тут видно вот просвет и вот просвет. От первого столбика и от второго. И мы вкалываем в первый просвет и во второй. Столбик вот у нас здесь, его видно, он сам по себе столбик, мы его тоже провязываем. И опять просвет один, второй, столбик, столбик. Вот это нужно не перепутать, где просветы, а где столбики. Это тоже достаточно сложно, но можно ко всему приловчиться. Вот. И еще один пустой квадратик мы заполняем двумя столбиками. Вот что у нас получается. Первый был квадратик, потом 3, теперь 5. Воздушная петля, внизу столбик пропускаем, а в последний столбик вот
вяжем 3 столбика. Но это я вяжу для увеличения шали. Вот. Просто узор вяжем точно по схеме. Вот. Уже вот вырисовывается у нас узорчик. 1, 2, 3, 4, 5. 2 пустые клеточки. Смотрим дальше, что у нас еще идет. Мы провязали вот этот узорчик. Теперь смотрите, у нас узор. Клеточка заполненная, пустая. 1, 2, 3, 4. Еще раз считаем. 1, 2, 3, 4, 5 клеточек у нас идет. Да? Вяжем точно так же, все несложно. Как любой шаль, боковую группу связали, но это для тех, кто будет шаль вязать, для тех, кто будет просто смотреть узор заполнения. Я сейчас покажу. Итак, мы читаем. Смотрим схему. Справа налево, слева направо, справа налево, слева направо. Получается 1, 2, 3. Давайте мы просто посчитаем по рядам. 1, 2, 3 связали, значит, вот он, 4-й ряд, мы вяжем в эту сторону. Здесь идет такой у нас. С одной стороны, там, где у нас пустая клеточка, мы опять провязываем ее полную, то есть провязываем, считаем. Это у нас первая клеточка. Вот просвет и вот просвет. Это у нас второй филейный заполненный квадрат, столбик в столбик. Обязательно не путаемся и все-все-все считаем. Опять просвет и просвет, да? Это у нас уже с вами будет третий столбик. Столбик в столбик. И просвет, просвет. Четвертый столбик, столбик. И пятый столбик, а потом у нас будет пустая филейная клеточка. Вернее, пятый столбик, говорю, пятый квадратик. Вот. 5 связали. Теперь как вяжем пустой квадратик, если у нас провязанное внизу. Мы воздушную петельку делаем одну. Вот у нас просвет и просвет, но делаем одну. И столбик вяжем, столбик. Вот. То есть мы не увеличиваем с вами вязание, а провязываем только одну воздушную петельку. И теперь по узору вот эта пустая клетка у нас заполненная. То есть вяжем 1, 2. Воздушная петелька, третью воздушную петлю подъема вяжем, 1, 2, 3. Вот такой узорчик я хотела показать, такое заполнение. Очень часто меня спрашивают, как вязать, как я заполняю. У всех разная техника заполнения, я вот таким образом заполняю. Вот. Очень часто спрашивают, как. Я решила еще разочек снять видео мастер-класс по заполнению филейной клеточки. Как я вяжу простую клетку, вот она у нас, и как вяжется филейная клеточка. Как мы сегодня с вами еще разобрали, как вяжется, как смотрится узор, как он вяжется, да? Смотрите, следующий ряд, он идет повтор. Вот он. Давайте мы его свяжем самостоятельно. А вот следующий рядочек, как завершается узор солнышко, говорю, сердечко, я вам покажу. То есть, смотрите, мы вяжем повтор над столбиком в столбике, над пустой клеточкой, пустая клеточка, здесь все заполненные. И добавляется, для тех, кто будет у нас вязать шаль, добавляется еще один пустой квадратик. Как он добавляется, я думаю, что к этому моменту уже, ну, точно вы все должны точно понимать. То есть мы всегда добавляем в первой петельке 3 столбика, вяжем воздушную петлю, внизу первый столбик, мы его пропускаем, вяжем вот сюда, и у нас получается, формируется еще один филейный квадрат. Провязали воздушную петельку и второй филейный квадрат. Теперь по узору заполненный
филейный квадрат пустой, 5 заполненных. Вяжем последний рядочек нашего узора сердечко. Вот он у нас. Последний ряд у нас получается такого плана. 1, 2, 3, 4. Всегда считаем, сколько пустых. 4 пустых. 2 заполненных филейных квадрата. 1 пустой. 2 заполненных. 1, 2, 3, 4. Все. Вот эти показатели, это самое-самое главное. Вот. Я провязала 1, 2, 3, 4 пустых. Вот. 2 заполненных мы сейчас с вами будем вязать. В первый просвет и во второй просвет вкалываем крючок. 2 столбика провязали вместе и столбик в столбик. Вот. У нас получился первый филейный квадрат. Опять вяжем в просвет. 1, 2. Столбик. Теперь по узору у нас с вами идет один пустой филейный квадратик. Воздушная петля для этого. Столбик сдвоенный пропускаем, и в столбик, сам, который по себе у нас идет, мы вяжем обязательно, это не путать, столбик. Теперь два просвета провязываем. 1, 2, 2 столбика, столбик, столбик. По узору там, где у нас пустая клеточка, мы тоже провязываем. И столбик, столбик тоже. Теперь у нас должно получиться еще 4 филейных пустых клеточек. Воздушную петельку делаем, сдвоенный столбик пропускаем, в столбик провязываем. 1, столбик в столбик. Там, где пустые филейные клеточки, я думаю, это несложно сделать. Воздушная петля, столбик. Воздушная петля. У нас получается внизу 1, 2, 3 столбика. Вот этот центральный пропускаем. А в последний вяжем столбик. И получаем наши 4 филейных квадратика и получаем наше сердечко. Вот такой узор хотелось сегодня вам показать. Мы с вами продолжаем вязание филейной косыночки. Что я сделала? Я взяла красную пасту. Это самый лучший вариант вязать филейное вязание. И отметила красными точками, во-первых, тот ряд, который мы уже связали. А во-вторых, те вот удобные точки пустого вязания. Теперь нам предстоит связать с вами два ряда. И для этого обязательно берем ручку и отмечаем, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 клеток мы с вами вяжем филейного вязания. Без узора. 15. И в следующем ряду вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. То есть 15 и 17. Два ряда мы вяжем филейного пустого вязания. То есть от сердечка у нас два ряда будет пустых. Здесь будет пустых, здесь пустых, везде пустых. И только потом мы начинаем опять филейное вязание. И для этого нам тоже понадобится красная ручка. Вот. Это очень удобно, поэтому обязательно возьмите яркую ручку, чтобы точно-точно все посчитать. Вот. Не забываем, что боковые группы, вот у нас три столбика. Первый филейный квадратик формируется на начальной и в самой последней боковой группе. Провязали наш кустик, столбик внизу пропустили, вверху воздушные петли и столбик. Все. Дальше мы с вами вяжем по тем столбикам, которые у нас есть. Это несложно. Но в конце обязательно просчитайте, сколько у вас получилось филейных пустых квадратиков. Это очень важно, потому что потом узор не совпадет. Где-то вы пропустили столбик. И все, надо начинать заново. Филейное вязание – это очень кропотливое вязание. Вот, двойной столбик пропускаем, в центральный столбик вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Опять двойной пропускаем, столбик. Вот такое филейное вязание должно у вас получиться. Вяжем два рядочка просто филейных квадратиков. И потом опять начинаем вязать узор. Идем дальше. Вот наша схема. Я красной пастой отметила тот ряд, который мы с вами сейчас будем вязать. Одну пустую клеточку, одну заполненную,
пустых клеточек много, заполняем красной пастой, считаем, клеточка заполнена и пустая. То есть мы начинаем с вами новый узор через два ряда пустых филейных клеток. Как вязать узорчик, мы с вами знаем. Самое главное, его нужно вовремя и правильно начинать вязать. Пропускаем одну клеточку. Связали нашу боковую группу. Воздушная петля. Столбик пропустили, в следующий столбик связали. Вот наша первая клеточка связана. И теперь начинаем вязание в пустой клетке наше сердечко. Вот. Теперь вяжем пустые клеточки. Вяжем, 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 вяжем. И вот в этом, в последнем квадратике, начиная вязание сердечка, тут у нас еще будет вот такой квадратик. Вот. Узор вяжем. Как вязать, мы его знаем. И потом будем считать, как вклинивать еще вот этот узорчик. Да? А уже потом между следующими сердечками. Сейчас мы вяжем узор. Как вязать, мы его знаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть всего рядочков у нас занимают узор сердечка. Потом два ряда у нас идет филейных пустых. И потом уже у нас идет добавочка. И вот мы будем ее считать, как это лучше вязать. Что у меня получилось? Вот два сердечка. Ну вот или с этой стороны, да, как по узорчику. Два сердечка, два ряда я провязала филейных. И смотрим нашу схему, что она нам предполагает. Обязательно берем красную ручку. И мы начинаем вязать вот ряд, когда у нас три сердечка. Одна воздушная клеточка. Одна, вернее, клеточка пустая. Потом узорчик. 15 я посчитала пустых филейных квадратиков. Один квадрат заполненный. Опять 15. Обязательно считайте, чтобы было все идеально ровно. Иначе надо распустить, связать заново. И начинаем еще один филейный мотив. И получаем 3 мотива, 4. Может быть, кому-то нужно больше, кому-то меньше. Нитки у всех разные. Мы с вами разобрали узорчик. Обязательно рекомендую все наши столбики отмечать красной пастой. Узорчик у нас 1, 2, 3, 4, 5. Всего состоит из 6 рядов. Просто нужно обязательно смотреть и правильно начинать вязание. Обязательно считайте. Причем надо считать обязательно в каждом ряду. Вот. То есть я начала вязание, вот, получается, первое сердечко, 15 филейных квадратиков я провязала, ровно над первым сердечком, вот даже где, вот у нас, видите, центр, да, сердечко, вот-вот-вот-вот идем, ровно над ним начинаю вязать еще одно сердечко. Потом мы вяжем филейные пустые клеточки. И в самом конце еще третий мотив. Вот. Вяжем мотива столько, сколько необходимо по размеру головы. Да? И уже в самом конце мы с вами будем вязать красивые филейные узоры вот такого плана. Это уже в самом конце такое вот разнообразие. А сам платок будет у нас такой из таких филейных сердечек. Вот, поэтому предлагаю самостоятельно вязать до узора. Я посчитаю, посмотрю, сколько у меня получается рядов. Обязательно вам скажу. Вот здесь написано 35 рядочков обозначения. 35 рядочков. Вяжем, смотрим, нравится, не нравится. И потом вяжем дальше узор, который мы с вами, в принципе, смотрите, филейный узор разобрали. Получается все очень красиво, все очень достойно из хлопковых ниточек. Такой платок у меня получился. Я померила по голове уже хорошо, по объему. То есть я думала, что придется еще увеличивать сердечки. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 рядочков, 5 рядочков узора, 5 сердечек. А по схеме нарисовано 4. Ну, надо мерить по голове. Вот, теперь узор связали, по голове померили, теперь просто вяжем вот такие узорчики. То есть у нас получается, смотрите, сейчас будет ряд, после того, как сердечки провязаны, два ряда, просто филейные квадратики. А теперь
ряд пустой, ряд столбик, квадратик пустой, квадратик заполненный. Вот. То есть здесь уже идет все по узору. Следующий ряд просто, все ряды филейные заполненные, потом ряд пустых клеточек. То есть здесь уже можете по схеме, можете уже просто все сердечками вязать. Вот, я точно хочу по схеме, сколько вот здесь нарисовано. Все узорчики, я думаю, понятно. Если клеточка заполненная, значит мы заполняем. Если пустая, она пустая. Вот, в принципе, и все. То есть вот такое вязание получается. Также мы все равно в каждом начале, в самом и в конце мы увеличиваем. И вяжем рядок такого плана, что у нас одна клетка пустая, одна заполненная. Можно вязать по схеме, можно вязать без схемы. Вот. А потом просто клеточка. И вот так вот чередовать. Следующий ряд у нас будет все клеточки заполненные. Потом ряд все клеточки пустые. Тут уже можно любую полосочку пустить, можно не пускать. Я думаю, основное мы с вами связали. Как вязать филейное вязание, тоже понятие есть уже. Вот. Потом просто вот такой зигзаг. Я думаю, несложный. Получилась у меня вот такая косынка. Я связала 1, 2, 3, 4, 5. В общем, 5 рядочков. 1, 2, 3, 4, 5 рядочков, 5 сердечек. И сделала небольшой вот такой вот, как орнамент. Это получается вокруг головы. Померила. Платок хорошо завязывается, то есть, как обычно, да, мы его носим вокруг головы. Больше не стала вязать, сильно большой тоже мне не хочется. Но тут уже, смотрите, каждый должен вязать по своему размеру. Может быть больше, может быть меньше. Всегда можно добавить еще один ряд сердечек. Вот, и всегда можно добавить еще какую-то красивую обвязку, допустим, просто вот. В таком варианте. Пустые клеточки, заполненные клеточки, через клеточку. То есть это можно всегда добавить, и всегда будет все красиво смотреться. Расход у меня получился 60 грамм, не 50, а еще от второго моточка пришлось немножечко добавить. Если детская косынка, то вполне хватит. Но опять же, мерить надо и метраж какой у всех разный. Украшений я делать никаких не буду, потому что это все-таки у нас платок, это все достаточно серьезно. И я думаю, никаких украшательств тут уже и не нужно. Вот. Вот такой платок. Мне много просили часто. И в преддверии Пасхи этого года предлагаю связать и для себя, может быть, и на подарочек. Я думаю, что каждый порадуется. В церковь ходят многие. Давайте свяжем такую красоту и порадуем себя и близких. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.